обращают внимание на риски, связанные с открытием избирательных участков в селе Коджево Дубасарского района и в Бендерах. СИП отмечает, что эти населенные пункты де-факто контролируются неконституционными властями Молдовы. В пресс-сообщении учреждения уточняется, что таким образом возникает угроза национальной безопасности. Также говорится о том, что в день голосования нет возможности обеспечить беспристрастную деятельность военизированных структур в Тирасполе. В связи с этим, по мнению СИБа, создаются предпосылки для фальсификации результатов досрочных парламентских выборов. Глава пресс-службы Центральной избирательной комиссии Радика Сырбу сообщила для нашего телеканала, что решение об открытии участков для голосования в этих населенных пунктах обсудят на этой неделе в широком формате с Бюро по реинтеграции и Министерством внутренних дел. По ее словам, после встречи это решение может быть пересмотрено. Много лет подряд процесс голосования в Коржево нарушался так называемой приднестровской милицией. Начиная с 2011 года власти Кишинева больше не открывали избирательные участки в этом населенном пункте.